Анонс и дата выхода 11 серии турецкого сериала «Особый отдел Триполи». 11 серия сериала выйдет в эфир 30 декабря. Ранее в сериале мы увидели, как раскрывается эпоха тяжелых перемен, когда Османская империя столкнулась с итальянской оккупацией Триполи. Майор Энвер, беря на себя ответственность за судьбу своей родины, решает объединить патриотов, готовых отдать все за свободу и независимость. Под знойным солнцем в Бенгази Энвер собирает вокруг себя группу единомышленников. Эти отважные мужчины, заряженные патриотизмом и верой в свою страну, становятся ядром великого военного штаба, созданного для организации сопротивления. Каждый из участников этого сопротивления несет свою долю тяжелой ответственности. Их сердца полны решимости противостоять оккупантам и восстановить свободу своей родной земли. Этот военный штаб, возникший в кипящем котле итальянской оккупации, становится не только центром тактических операций, но и символом борьбы за независимость и справедливость. Времена трудные, но каждый член штаба готов пожертвовать чем-то большим, чем себя, чтобы увидеть свою родину свободной. Сопротивление Энвера и его друзей становится примером силы духа и преданности высшим идеалам. Они покажут, что даже в трудные времена, когда свобода находится под угрозой, героизм и воля могут проложить путь к новому началу и независимости. 11 серия сериала выйдет в эфир 30 декабря. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.